Праздник для архитекторов, строителей, производителей и поставщиков. Выставка «Югбилд» уже в 29-й раз открылась в Краснодаре. Около 300 компаний-участниц, в том числе зарубежные, сегодня разместили свою продукцию. Открытие выставки прошло с участием почетных гостей, президента Российской академии архитектуры и строительных наук Александра Кузьмина и президента Союза архитекторов России Николая Шумакова. Краснодарский край – одна из самых строящих территорий страны. Мы третьи, уже устойчиво многие годы, по вводу жилья. Не говоря уже о коммерческих объектах, деловой недвижимости и так далее. Очень важно, чтобы все это было высокого качества. От проекта до реализации.